мотив террасы, веранды, увитой виноградом. Один из самых любимых у Сильвестра Щедрина. Особенно он увлекся им в середине своего творческого пути в 1825-1828 годах. Известны подобные композиции 1828 года в Третьяковской галерее. Терраса на берегу моря, терраса в Пацуоли. Эффектность такого рода пейзажных композиций привлекла внимание многочисленных заказчиков, и Щедрин многократно повторял их. Художник запечатлевал необыкновенно уютные, прогретые солнцем и увитые лозами винограда террасы в разное время дня, наблюдая жизнь и нравы персонажей этих пейзажей – священников, монахов, нищих, мальчишек, бродяг. Он пишет картину «Веранда, обвитая виноградом» в зрелый период своего творчества, когда, освоив тонкую пленэрную гамму холодных и светлых тонов, вновь, как и в начале своей творческой жизни, художник возвращается к ярким и сочным краскам. Природа в картине Щедрина наполнена великолепной зрелой красотой. Даже самое простое в ней кажется возвышенным, вызывает удивление и восторг. Первый и основной план пейзажа образуют рукотворные сооружения. Но потрескавшиеся стены, облупившиеся столбы воспринимаются как естественное продолжение окружающего ландшафта. Солнечные лучи проникают сквозь виноградные лозы, рисуя на полу ажурную тень. Густой занавес защищает от летнего зноя, но позволяет свободно струиться воздуху. Каменные стены словно источают прохлад. Художник сопоставляет затененное прохладное пространство веранды и залитый солнцем морской простор, видимый в глубине в левой части картины. Скалы закрывают берег, ограждая его от бурь, изолируя от бесконечного и бескрайнего пространства. Диагональная композиция объединяет два мира. Обжитой, уютный мир человека предстает на картине как органичная часть бесконечной вселенной. Спокойно, без эффектов и контрастов, струится солнечный свет. И под его лучами цвет земли, воды и зелени наполняются сложными переходами, переливается как драгоценность. В атмосфере неги и полуденного покоя живут в картине любимые персонажи художника – оборванцы и живописные бродяги. Они живут с природой единой жизнью, отдыхают в тени, нежатся на солнце. Итальянцу немного надо. «Если он с голоду не умирает, то он счастливейший человек на свете», – писал Щедрин. Пейзаж романтика Щедрина говорит о красоте земли, о благодатной природе, о простом и естественном счастье людей, населяющих эту землю.